Йонас и Йойра Бонд, Салем де Стар, всем привет, продолжаем. Следующая заявка, Ерген Айтымбетов, Екижерен Халык. Что значит, не знаю, погнали, раз, два, три. Жилдызды. Это тот самый чувак, который Турквижн, да, был, и кто-то мне еще писал, в какой-то группе был. Вылетело из головы, и все. Группа. Какую группу мне кидали, я не помню. Видите, у меня тут каша в голове уже от всех казахских исполнителей. Когда он поет, почему-то думаешь о казахских степях, о такой природе какой-то. Летящий орел над просторами, просто над горными. Я даже не знаю, чем он поет, у меня свои ассоциации. Голос как будто вдали разносится куда-то. Как играет голосовыми связками. Так и смотрит на него прям. С таким восторгом. Интересно на его концерт сходить, послушать живую. Это не то же самое, что смотреть по YouTube или там по телевизору. Что я как его голос живую звучит, это просто, наверное, трэш. Это был какой-то конкурс или что это за передача такая? Я забыла, в какой группе он должен был петь, мне сказали, а я не помню.
Очень крутой исполнитель, конечно. Классно поет. И голос у него вообще офигенский. Спасибо огромное за просмотр и за то, что вообще заказали данную песню. Всем пока, увидимся. У меня еще дофига всяких...